Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Да отверзется дверь. Ну вот мы сейчас с вами находимся в приграничном городе Базель. Это граница с Германией. Пересекать мы сейчас будем полностью всю Швейцарию до ее юга. И там уже идет граница с Италией. До Милана останется ровно час. Через Цюрих и все остальное. Ну, то есть рядом с Цюрихом, да? Но пересечение у нас будет всей страны по диагонали. От Германии до Италии. Не доезжая Италии. Ребята, ну посмотрите вы на эту красоту. Ну какая там Швейцария? Ну какая там Германия или Польша? Вы посмотрите на нашу Русь православную, это Почаевская лавра. Возвращение сюда, в эту святую обитель. Ее ни с чем, я не знаю, как передать это словами. Просто поприезжайте сюда несколько раз, поживите, помолитесь, потрудничайте, покушайте здесь, попейте квас в трапезной Почаевской лавры. А потом уедьте и снова вернитесь. И вот это ощущение, его не сравнить и не передать. Не сравнить ни с какой страной. Передать из уста в уста. Это надо просто пережить. Поздравьте меня. Я, слава Богу, вернулся по Чаевскую лавру. Вот это прекрасная обитель. Как будто холст нарисованный. Как будто холст. Тернополь у нас уходит в другую сторону, а это Почаев. И люди здесь, и растения здесь, и люди, и натуральные фрукты. Ну, в общем, один раз приедете, все увидите, все поймете. Что я вам могу сказать? Надо просто сюда приехать. Я вам искренне, чисто, сердечно рекомендую. Слава тебе, Господи, что ты создал на земле Почаевскую лавру. Аминь. Господи, не за душу гривила.
Чаевская лавра, преображение Господне. С праздником, дорогие братья и сестры, ангелы вам хранители. Время наше православное пришло. Слава Богу за все, что Он нам посылает, людям грешным. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Святому Животворящему Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.